Саламу алейкум, наши дорогие, родные, близкие. Вот мы вот решили записать вам видео, как мы здесь находимся на передке. С нами все в порядке, не голодные. Вот еда, целый бачок. Здесь все есть, чай, печенье, все есть у нас. Не голодные, не холодные. Ждем, конечно, вещи, ну как, ночью холодно бывает, все равно друг друга обнимем. Мы же все братья, как вы говорите, да, по-братски обнимем. В целом, что мы хотим сказать вам? У нас все хорошо, мы не жалуемся. Вот, пацаны, вот скажите, то, что не мои только слова. Кто из вас, вот скажите, блин, жалуется, не жалуется. У нас все хорошо, в принципе. Барахалла, яхши, барахалла, хейбе. Аминь, аминь. Не переживайте. Не переживайте, наши женушки, блин. Вот что могу сказать? Мы вас очень сильно любим. Иншаллах, в скором времени мы с вами встретимся. Обнимем вас, поцелуем, прижмем к своим сердцам. Очень сильно у этого сами. Единственное, что мы больше всего переживаем, то, что вот эту разлуку, да, кратковременная разлука, которая на самом деле вот у нас больше чувства вас будоражит. Просто мы вот спим и видим, как приедем и обнимем всех вас. Вот на самом деле. Спим и видим, как мы вас обнимем, поцелуем, прижмем, скажем то, что мы с вами. А так, иншаллах рахман, победим эту войну. Победим, иншаллах. Иншаллах, альхамдулиллях, победим. Не верьте слухам. Не верьте слухам, то, что мы здесь там в окружении или в чем-то там. Да, воюем, да, стреляем. Это по-любому, это мужское дело. Так оно и будет. Потому что мы воины, воины. На самом деле мы воины, да, пацаны? Мы даже не преувеличиваем, не приукрашиваем. У нас там пацаны сейчас на передке стоят, тут на передке стоят. Мы все стоим на своих позициях и твердо знаем, за что мы стоим здесь. Мы твердо знаем, за что мы здесь стоим. За нашу семью, чтобы вот эта нечисть, вот эта европейская нечисть, чтобы к нам в дома не постучалась. Вот, иншаллах, мы до смерти будем стоять за это. Иншаллах, рахман. Всем привет! Пацаны, если что есть сказать своим родным и близким, говорите, хоть на татарском, хоть на башкирском. Пагнабыл, яратабыл, ланилы гузар, кутабалы, рахатказ. Нық-нық қағындыра семьяларды, бәгелерді, ата-еселері бізді, туған-туғанлар бізді, балалары бізді, особенно нық-нық-нық. Детям привет. Балаларға салам. Я, короче, не понимаю их, но я поддерживаю их. Біл маңда юротанды бүгін балалары бұл, үшін әне көмәхен үшін. Иншаллах, иншаллах, рахман. Что бұлар бәхітлі болып үшіндәр. Үшіндәй нәмәне разлу